летишь, едешь, дальше будешь. Я ж не гоню, блядь. Колеса накачаны. Колеса накачаны. Так, ладно. Всем привет, друзья. На связи SLT Fight Club и SLT Fight News. Все вместе, все разом. В общем, давно не снимали для вас никаких бложиков, никаких видео с мероприятий и прочего. Решили справляться, и сегодня вот как раз для этого есть очень хороший повод. Повод какой, ребят? Едем в Минск. Едем в Минск на профессиональные бои, на бойцовское шоу, которое называется «Осьминог». Все верно? Да. Со мной несменный тренер Start Legend Team Fight Club Конышев Александр Анатольевич. Я снова угадал. Здрасте, он хотел сказать, наверное. А, привет, Мария. Да-да, привет, привет. Вот, в общем, едем. Мы в пути, сейчас выезжаем из Витебска. Хотели выбраться пораньше, но ряд независящих от нас обстоятельств нам помешал это сделать. Но в конечном итоге мы всех победили и все-таки вырвались из этого плена. И едем, наконец-то, едем в Минск. Хотим пораньше приехать, чтобы отснять вам материал про само это заведение, где там будет проходить, ну и поснимать немножко вам обстановочку. Вот. На самом деле, можно, наверное, отметить, что недавно совсем проходил открытый и неоткрытый ковер, совместная тренировка двух клубов. Есть, кто следит за новостями на нашем канале, нашей группе SLT Fight News, которая, вот, видели, наверное, пост о том, что проходила совместная тренировка с клуба смешанных единоборств Start Legend Team и как клуб это называется? Явара, ребята из Явары. И ребята из Явары, в общем, проходила совместная тренировка по грэпплингу, ребята боролись, обменялись бесценным опытом, очень здорово время провели. Вот, всем понравилось, все довольны, будем проводить, наверное, да, чаще данные. Ну да, как бы, мы всегда за движуху. За любой движ, да. За любой движ. Вот, ну и с последних новостей не будем вам рассказывать, а вот зайдите в группу и посмотрите. Очень много интересных постов и новостей. Кто еще не подписался, подписывайтесь и вступайте в группу. Мы стараемся для вас и хотим видеть фидбэк обратный, обратную связь от вас. Вот. На самом деле очень здорово, группа растет, нам нравится, что ребята подключаются, вступают. Канал тоже растет, правда, не так быстро, как группа. Так что тут должны вы наверстать упущенное. Но в любом случае, всем спасибо. Не забываем делать репосты, конкурс. Конкурс идет и будет продолжаться еще недели, наверное, 3, да, получается? Да, 20-го. Да, пацаны, получите майку вот такую. Да, вот такая вот, кстати, маечка. Ну, конечно, не со Славика, а новая. Ваш размер будет заказан именно, чтобы вы ходили красивые в классной майке. Очень здоровская майка, сзади логотипы нашего клуба Start Legend Team. Очень хорошая, качественная майка. Нам будут все завидовать. Так что репостим и делаем. Второе место тоже круто. Бинты и это сертификаты. Хотите стать сильнее, будете становиться вместе с нами. Это очень здорово и круто. Так что не забываем репостить конкурс, вступать в группу и лайкать, блядь, слово такое лайкай, как будто лайк кого-то заставляет. Лайк не надо, но поставить лайк можно. Кто это вообще? Гепард какой-то? Отбей кулачок. Ты солцы пать.
Да, в общем, ребята, доехали мы до Минска, коротаем себе время. Сейчас 3 часа. Выбираем себе дачу. Выбираем дачу, и мангал у нас дачу. Я рифмую. Я тебя заразил с рифмами. В общем, начало в 6 часов вечера, сейчас 2 часа, то есть 3, да? Ну, факт в том, что нам еще 3 часа где-то надо шалындаться. Да, и мы ищем веселую траву. Ну, продавец сказал, что той травы, что нам надо, здесь не продают. Так что мы идем теперь в другое место искать нужную нам траву. О, я нашел не траву, нашел грибы. Мухоморы сразу в комплекте с лягушками. В общем, ребята, заводим новый почтовый ящик. Письма писать, блядь, вот в этот желтый. По-моему, блядь. Стартегин, собака, желтый ящик. И лопата еще есть. Дракон, смотрите, вот дракон. Залям, дракон залям. Чтобы российский зритель, если у нас есть, чтобы он ужаснулся. Что вам показать будем? Рукомойник, блядь. Миллион. 1 100 000. Мой дадыр. Купи себе рукомойник за 1 100 000. Короче, ребзи. Бандиты, мафия. Подписчики наши дорогие. Друзья наши любимые. Каждый для нас дружище просто. Братюня, братишечки. В общем, ничего мы на стройрынке не выбрали. Хотели электровелосипед купить, но 19 миллионов как-то не нашлось в кармане. Вот так, ребята, электровелосипед. Биби такси и туту чух-чух. 19 миллионов стоит. Я повторю, чтобы вы точно поняли. 19 миллионов. Людей только что чуть не раздавили. В общем, едем дальше. Мы хотим, блядь, попить чая. И съесть не сосиску. Ругай, не ругайся. Сколько? Аудитория нас не оценит, да? 100 приседаний у нас уже вроде как. Ну, на первый раз прощается. Все, в общем, посмотрели Минск, едем обратно. Ну, домой. Вот так вот. Не мойка, ребята, а мыня. Добро пожаловать в Беларусь. Тут неловкий момент, когда нету одноразовой посуды на заправке, а кушать очень хочется. Ваши, блядь, лайфхаки, которые собирают по 5 миллионов просмотров, ничего после этого не стоят. Вот. Все, что надо. Все, что надо, просто есть на продукте. Идеи. Шах и мат. Еще одни идеи. Чем поесть? Не знаю. В общем, это как минимум весело. Ну что, ребята, мы наконец-то добрались до кафе «Очаг», где будет сегодня проходить бойцовское шоу «Осьминог». Сейчас мы немножечко пройдемся и покажем вам, как здесь все выглядит. Но люди уже собрались, отдыхают, гуляют, готовятся. И сейчас немножечко обзор вам сверху. Как вы видите, то есть достаточно много места проводится в этом помещении уже не первый раз, поэтому некоторые, кто следит за бойцовским шоу «Осьминогом», для них это уже обстановочка не нова. Но надеемся, что в этом году организаторы придумают что-нибудь еще. Посмотрим. Приняли наш портал SLC Fight News очень тепло и здорово на этом мероприятии. Спасибо отдельному организатору. Я думаю, мы обязательно с ним сегодня еще пообщаемся. Интересный человек, которого за плечами есть какой-то определенный опыт.
И я думаю, будет интересно послушать его и узнать дальнейшие планы развития тайского бокса, кикбоксинга, потому что именно в этих дисциплинах сегодня будут ребята выступать, драться, биться и прочее, прочее. Ну, в общем, ждем начала. Если что-то интересное подвернется, обязательно сделаем включение и покажем это вам. Ну, а пока, до следующего включения. Ребята, привет! Всем привет! Всем привет! Приветулька, приветулечки! Мы очень... Мы в Голландии, страна тюльпанов и ветряных мельниц. Он так это хотел сказать, ребят, что я не смог ему в этом отказать. Да ладно. Вот, в общем так, сейчас по-быстренькому пройдемся, потому что устали, и в общем все. Отстрелялись, закончилось бойцовское шоу «Осьминог». Наснимали кучу материала. Приехали на дискотеку. Вот, а что ты скажешь по поводу вот этого? Где? Колодец. Страна чего? А ебать, смотри, он рабочий. Тихо ты. Опять обманули, он не крутится. Ой, в общем, все, закончилось бойцовское шоу, мы едем наконец-то домой, наснимали кучу материала, бои все отсняли, вы оцените обязательно бложики, куча интервью с интересными людьми, организаторами, бойцами, просто зрителями этого шоу. В общем, весело, интересно, все как мы любим. Слава, давай пару комментариев от тебя. Про что именно? Про бойцовское шоу. Ребята, мы очень устали. Простите нас. Было здорово, то есть реально атмосфера интересная, то есть это проводилось в кафе, и то есть, как правильно сказал Сергей Эдуардович, что как бы, то есть немножко экстремальная такая ситуация была, где-то там прямо чуть ли не у столиков, то есть проходили бои, то и люди разные пришли, и спортсмены, и просто, которые там первый раз были, ну и было видно, то есть была атмосфера хорошая. Мне как бы, мне все бои нравятся, я не знаю почему. Не, не все. Я не буду говорить про какой бой, но не все. Да, ну в любом случае оцените, сделайте свою оценку всему этому. Я думаю, вам понравится. Так что подписываемся, блин, на канал. Быстро взял вот ты, да, кто смотрит этот видос. Перешел, бля, по ссылочке на YouTube и подписался на канал. Это займет у тебя 2 минуты. Мы для тебя стараемся. Мы вас любим, но не всех. Но не всех. Все, ребята, вы смотрели SLT Fight News. Пока.